Меня зовут Элис. Я работала в корпорации Umbrella, самой большой и самой могущественной коммерческой структуре в мире. Из-за аварии вирус вырвался на свободу, и все погибли. Но, увы, мертвые не обрели покоя. Вирус Т реанимировал их тела. Простите, сэр, авария на объекте. Это серьезно? Вы едете с нами. До сих пор нет никаких объяснений странной волне убийств, захлестнувшей наш город. Вакханалии смерти не видно конца. Город полностью заблокирован, сэр. Эта территория объявлена карантинной зоной. В избежание распространения инфекции вам запрещено покидать город. Знаешь, кто они? Биологическое оружие, созданное в подземной лаборатории Umbrella. Уровень распространения этого вируса достиг критической отметки. Активировать программу Немезида. Со мной что-то сделано. Возможно, я уже не человек. Программа Немезида полностью активирована. Помощь к нам не придет. Корпорация не в силах сдержать распространение вируса. На рассвете Рэкун-Сити подвергнут тотальной дезинфекции. Ты каким-то образом усвоила Т-вирус на клеточном уровне, адаптировала его к своему организму и стала совершенной. Это не мутация. Это эволюция.